все уже во дворце Украина, вот он, дворец, и мы начинаем генпрогон. А ты знаешь, да, что... Добрый... Селфи! Признали психическим расстройством. Наш концерт. Поэтому не приближайтесь близко к камере. Вот видите, на ком я расстоянии стою? Это специально. Все выйдет. Будьте осторожны с селфами. Не перебарщивайте. Пожалуйста, я скажу привет всем. О, Пущенко, ты лучшая. Ты молодец. Да ну не будет там аплодисмент. Ну там золото посыпь. Короче, я такая бомбану шутку. На ее месте должна быть я. Причем мы находимся, представляете, в огромном дворце. Завтра съемки. Оба кто-то вышел. Боже есть. Мой. Страх перед публичным выступлением у каждого человека заложен прямо вот в наших самых-самых истоках и недрах подсознания. Вот, и ну, я просто стараюсь понимать своему мозгу, говорить о том, что это нормально, чувак, мы всегда с тобой нервничаем, но мы выйдем и сделаем это круто, ты услышишь ржач и аплодисменты, и тебе станет легче. Добрый вечер, друзья! Что снимаешь тут, кого тут стоит, он снимает. Я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, и я стараюсь сосредоточиться, собрать мысли в кучу, сосредоточиться на первом номере, на первых словах, а потом уже ты входишь в какой-то транс и выходишь лишь после концерта. Что такое? А 28 и 29 ноября первыми встречаем Новый год во дворце Украина.